На 21-х молодежных дельфийских играх России впервые пройдут номинации «Эпидемиология» и «Биоинформатика», а также научно-популярный видеоблогинг. Направление «Эпидемиология» и «Биоинформатика» приурочено к столетию санитарно-эпидемиологической службы России и проводится совместно с Роспотребнадзором. В этой номинации попробовать свои силы смогут малые коллективы молодых ученых в возрасте от 18 до 25 лет. Конкурсантам предстоит провести исследование на базе биоинформатического анализа данных, затем подготовить публичный доклад, представить выводы о развитии эпидемического процесса и дать обоснованные рекомендации. Жюри будет оценивать уровень владения компьютерными методами анализа биологических данных, а также фундаментальную и прикладную значимость полученных результатов. Вторая номинация «Научно-популярный видеоблогинг» проводится в партнерстве с Российским обществом знания. К участию в этом направлении приглашаются конкурсанты от 16 до 25 лет, которые умеют рассказывать о серьезных темах в увлекательном формате. Ребятам предстоит снять, смонтировать и оформить научно-популярный видеоролик на заданную тему. Жюри будет оценивать степень раскрытия предложенной темы, креативную подачу и увлекательность контента. Победители в этой номинации получат ценные призы от Российского общества знания и партнеров. В этом году конкурсная и фестивальная программа Дельфийских игр включает в себя 34 дисциплины. Будет разыграно 106 комплектов наград. В самом крупном форуме в сфере художественного и научно-технического творчества молодежи примут участие юноши и девушки от 10 до 25 лет из разных регионов России. Игры пройдут с 22 по 27 апреля в Красноярске.